15 июня отделом архитектурно-земельного надзора администрации Каспийска был совершен очередной рабочий выезд с проверкой нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации. В ходе проверки сотрудниками архнадзора был произведен осмотр 15 мест производства строительных работ на соответствие требованиям технических регламентов, проверка наличия разрешения на строительство, а также безопасность объектов. Сегодня были проверены более 10 объектов. Выявлены нарушения. Некоторые из этих материалов будут направлены в суд. По некоторым будут, наверное, вынесены предостережения застройщику о приведении в соответствии строительной площадки и объекты капитального строительства. Будем надеяться на понимание застройщиков, чтобы они не выбивались из рамок градостроительного регламента, градостроительных планов, которые им администрация выписывала в свое время при выдаче разрешения на строительство. Если таковые окажутся, естественно, материалы будут направлены в суд, материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия мер реагирования. Без нарушений строек практически не бывает. Существуют допустимые отклонения, которые можно устранить, и они не оказывают влияния на сам объект. Однако есть другие объекты, которые в результате застройки вышли за допустимые границы, декларируемые в проектной документации, отметил начальник управления городского архитектурно-земельного надзора Салман Хусбудинов. Подобные выезды проводятся для того, чтобы предотвратить незаконное осуществление строек на территории Каспийска. На данный момент работы по выявлению нарушений продолжаются. О результатах расскажем в следующем сюжетах.